Компания Samsung активно готовится к выходу обновленной линейки Galaxy A. Каждый день в сети появляется все больше новой информации о предстоящих новинках. Всем привет, с вами Cube.ru, меня зовут Борис, и сейчас я расскажу вам немного новой информации о Samsung Galaxy A72, 4G и 5G. И не забудьте участвовать в нашем розыгрыше. Условия максимально простые. Подписаться или быть подписанным на наш канал и написать любой комментарий. Лайк ставить не обязательно, но дает плюс 5 к удаче. Про A52 мы вам уже рассказывали в прошлом новостном ролике. Если еще не видели, то по подсказочке можете пройти и посмотреть. На зарубежных ресурсах появились изображения макета A72 для изготовления чехлов, где мы видим пустой левый край, на правом краю качелька громкости и кнопка включения и блокировки. На спинке смартфона внушительный блок камер со светодиодной вспышкой. В дизайне сильных отличий от A71 не будет. По характеристикам Samsung Galaxy A72 не сильно будет отличаться от A52. Экран немножко больше, 6,7 дюйма, также с вырезом под фронтальную камеру. Сканер отпечатка пальцев также под дисплеем, ну и корпус из гластика также никуда не денется. Samsung Galaxy A71 работает на чипе от Qualcomm Snapdragon 730G, а Samsung Galaxy A72 4G, как и A52 4G, будет работать на Snapdragon 720G. Может показаться, что это некий даунгрейд, но на самом деле все далеко не так. Чипы очень схожи по своим характеристикам. Однако 720G позволяет осуществлять съемку в 4К и 60 кадров в секунду. И как мы видим, у 720G выше частота графического ускорителя и выше частота процессора. FPS в играх примерно одинаковый и вплотную зависит от версии игры и операционной системы. А вот насчет 5G версии A72 ничего не известно. Однако есть несколько предположений. Либо как и в A52 5G мы увидим 750G, либо это Exynos 1080, который показывает внушительные баллы в Antutu. Ну и конечно же выбор между 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти. На задней части A72 будет расположена квадрокамера со светодиодной вспышкой. Основная камера на 64 мегапикселя, сверхширик на 12 мегапикселей, макрокамера и датчик глубины по 5 мегапикселей. А внутренней памяти стало известно немного больше. Будет выбор 128 либо 256 гигабайт. Слот для карты памяти остается загадкой. Возможно, его решили убрать, как и у флагманов. А вот на радость любителям проводных наушников 3,5-миллиметровый разъем останется. Находиться будет в нижней части рядом с USB Type-C, что в общем как обычно. Но возможно, в следующих поколениях даже линейку Galaxy A мы увидим без разъема для наушников. А все дело в том, что большое количество пользователей переходит на беспроводные наушники. В 2021 году компания Samsung в своих флагманах начала убирать зарядные устройства и наушники. А произойдет ли то же самое в линейке Galaxy A? Пока неизвестно. Но вполне возможно, что ничего из перечисленного мы не увидим. Из коробки Samsung Galaxy A72 будет под управлением Android 11 в оболочке One UI 3.0. Что по поводу цен. Компания обещала не повышать цены, и вполне вероятно, мы увидим A52 и A72 по ценам A51 и A71. Ждать или не ждать обновленную линейку Galaxy A решать только вам. А по ссылке в описании вы можете посмотреть привлекательные цены на Samsung Galaxy A51 и A71 в магазине Cube.ru. Ну а с вами был Cube.ru, меня зовут Борис, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваше мнение в комментарии о Samsung Galaxy A72. И до новых встреч!